И вот Лена вносит свою лепту в эту работу с двумя чашечками. Чашечка мальчик, чашечка девочка. Вот. И как мы ее условно назвали? Завтрак для ботаников? Завтрак ботаников. Завтрак ботаников. Вот так. Вот Лена не могла не приложить свою руку. Вот я под ее руководством все выполнял, старался. И вот она вносит очень красивый элемент такой. Во-первых, она добавила кофе в эти чашечки, так? Во-вторых, она вносит вот этот вот узор. Видите, вот на этой ткани такие цветочки. И вот посмотрите, как было без них и как будет с ними. То вот. Есть, что надо ботанам? Им надо кофе немножко и много-много цветов и растений. Тогда они будут счастливы. Да. А самый главный ботан у нас это Леонардо да Винчи. Учимся у него. Вот такая душевная работка получилась. Мы думаем, что вам понравится сделать такую же. Отталкивайтесь от своих любимых цветов и действуйте. Простота – залог здоровья. Простые натюрморты с любимыми цветами. С любимыми цветами. Ждем на новые мастер-классы. Спасибо вам за то, что вы были с нами. До новых встреч. До новых встреч.